В Чебоксарах на площади Речников прошел фестиваль под названием «Своем». Свои площадки развернули более 30 фермерских хозяйств и предприятий. Деревенские сыры, колбасы, творог, мед, ягоды. Жители и гости столицы знакомились с местной натуральной продукцией и с их производителями. Клубнику посадили на 2 гектарах. Мы очень рады, что нас пригласили на этот фестиваль. «Все свое» – это про ярмарку в Чебоксарах. На прилавках только местные товары. Это отличная возможность заявить о себе. Здесь можно купить овощи, фрукты, сыры, колбасы, творог, йогурты. Вкусно, натурально, без искусственных добавок. Но дегустация под запретом. Санитарно-эпидемиологические нормы никто не отменял. Такой большой праздник организовали для нас. Я желаю всем фермерским хозяйствам здоровья и удачи, чтобы они выращивали всегда нам здоровые витаминные продукции. И у них была всегда дорога открыта в другие страны, республики. Фермерский фестиваль «Свое» – один из самых масштабных в России. Он проходит в разных регионах. В Чувашии впервые. Такие фестивали, я считаю, что очень важно проводить, потому что здесь мы видим сразу же разнообразие продукции, наших, выпускаемые нашими фермерами. Здесь есть и новая продукция, и новые формы организации совместной деятельности, и самое главное, планы появились у ребят. Поэтому вот такое объединение людей на одной площадке, демонстрация достижений, обсуждение планов имеет очень важное, колоссальное значение. В этом году в Чувашии открыли школу фермеров. 20 жителей республики обучались по направлениям сыроделия, ягодоводство, тепличное овощеводство. Пока не так много, но это только начало. Их продукция тоже на ярмарке. Я сам являюсь фермером, производителем земляники садовой, свое хозяйство в Комсомольском районе. Свое – своеобразная экосистема, которая объединяет фермеров и покупателей. Приобретать натуральные продукты можно не только на ярмарке, но и на цифровой платформе. Здесь каждый российский фермер может создать каталог и продавать товары собственного производства.